Всем привет! С вами Павел Никифоров, а значит, вы на канале Кузов Лаб. Сегодня у нас очередной эксперимент, очередное тестирование, и мы с вами тестируем сегодня не химию, не краски с другими какими-то материалами, мы тестируем оборудование. Оборудование окрасочное. С нами представитель компании Finishing Group, Сергей Родионов, с новой линейкой краскопультов Согола. Я Сергей Родионов, технолог компании Finishing Group. Хотел бы сегодня представить нашу новую линейку пистолетов Согола, которой мы занялись в прошлом году. Сегодня мы в гостях у канала Кузов Лаб в учебном центре. И вместе с моим коллегой Павлом Никифоровым мы протестируем эти пистолеты. Итак, у меня в руках краскопульт Согола Classic Lux. Сергей, расскажи, что в этом краскопульте интересного? Это наиболее бюджетный пистолет в линейке. Значит, он прежде всего интересен, если брать, допустим, сектор авторемонта, это под нанесение наполнителей и грунтов. Очень интересен и, скажем так, много покупают люди в индустриальном секторе, то есть это те, кто занимается мебелью. То есть они очень любят его за очень хорошую, высокую утягивающую способность при нанесении полиэфирных материалов. И у нас, соответственно, в нашем секторе будет интересно именно, прежде всего, нанесение грунтов и наполнителей, как я уже сказал. Но при желании, да, то есть есть такая возможность поставить юзу 1.4, мы можем спокойно нанести и базовое покрытие. Базовое покрытие и лаковое. Он, скажем так, да, он наиболее дешевый, да, в общем-то, в линеечке каких-то чудес от него ждать не стоит. Вот, но, тем не менее, со своей задачей он справляется достаточно неплохо, то есть какие-то сложные цвета, в общем-то, как мы пробовали, он наносит хорошо, ровно, может быть, не быстро, но, тем не менее, опять же, как я сказал, со своей задачей он справляется. Что по дюзам здесь и по воздушным головам? Дюзы здесь самые ходовые мы завозим, это два варианта, дюза 1.4 и дюза 1.8. Угу. Ну, это классика, это нанесение. Ну, можно рассматривать как 1.4 – это нанесение, классическое нанесение базовых покрытий лаков. Можно использовать этот краскораспылитель под нанесение грунтов мокрый по мокрому. С дюза 1.8 – это нанесение жидких шпатлевок, нанесение грунтов наполнителя. То есть все классически. При необходимости есть под жидкие шпатлевки даже дюзы и больше, 2-2.5. То есть опционально все, да? Да. Я понял. То есть это хороший вариант для тех, кто, опять же, съест с китайских пистолетов, да, но не хватает каких-то, может быть, денежек там на Devilbiz, да, или какие-нибудь еще более дорогие варианты. То есть это вот хороший вариант испанской марки, который проживет гораздо дольше, чем китайские пистолеты, в общем-то, и будет служить вам верой и правдой. Итак, у нас заранее подготовлены детали под нанесение базового покрытия и лаков. Сейчас мы тестируем пистолет Согола Classic Lux на этих материалах. Все, идем смешивать краску. Что, Паш, как впечатление? Приходилось работать многим оборудованием, в том числе когда-то давно начинал с обычных китайских пистолетов Войлет. Есть чем сравнить. Такой пистолет, в принципе, интересный. Интересный по нанесению. Могу отметить, что у краскопульта очень маленький факел. Но смотрите, в этом тоже можно найти какое-то преимущество. Допустим, при окраске в гараже, в помещении, где очень маленькая вытяжка, нам большой факел, ну, ни к чему, потому что факел составляет 20-22 примерно сантиметра. То есть, ну, то есть не маленький, как бы, но не маленький, небольшой. Небольшой, да. В принципе, наносить базовое покрытие вполне комфортно. Опять же, тестировали на яблочность, нету яблок, даже на сложном цвете. Сложный цвет у нас был 1С0. 1С0, плюс мы туда бабахнули еще какого-то слива с зеленым оттенком. Ну, то есть цвет самый наикорявейший был. Яблок не было. По лаку. Единственное, что мы взяли лак Space Clear из бренда К5. Он немножко густоват, нам даже пришлось его чуть-чуть подразбавить. После того, как мы подразбавили лак, мы на первом слое это поняли, на втором слое мы подразбавили. Наносить стало более-менее комфортно, то есть лак наносится равномерно. Даже несмотря на то, что факел небольшой у нас, довольно-таки плотно наносится, то есть мне пистолет очень понравился. Я бы хотел еще отметить экономичность пистолета. Если ты заметил, мы покрасили 7 панелей деталей. Пятерки, да, соответственно, у нас на это ушел бачок. Почти бачок даже остался. Даже немножко осталось, да. Итак, это был обзор краскопульта Согола Classic Lux. С вами был Павел Никифоров и Сергей Родионов. До новых встреч. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки. Пока-пока.